Девочек нет, вальяжная походка. Вопросов нет, ведь здесь все ответы четкие. Из подъезда и за пивом, а там посмотрим, куда занесет странника с большой дороги. Не любят людей, ведь возникают трения. Вот вам представитель российского гоп-движения. Это движение? Спросите неоднозначно. Пиво, семки на картах, сигареты в пачках. Да, ситуация, вопрос поставил в тупик. Пиво, семки, кепка, но добавляется турник. Из всех особей со свойственным поведением этот выделяется особым увлечением. Бутылка пива до дна, и он как будто поел ту же перекладина. Попадает под прицел. Кульбиты, трюки, амплитудные перевороты. Наблюдают прохожие, плавно открывая рот. Ну а когда нет дома персонажа нашего, на площадке ребята тренируются и пашут. Наблюдая за сложившимся таким раскладом, пресекает действие. Фигня, смотри как надо. Без заморочек и по жизни пьяный мастер. В деле на турнике красиво исполняет трюки, поверь мне. Огромная любовь к холодной банке пива. С турником бывает криво, но зато красиво. Он одиночка и по жизни идет ровно к цели. В своей кепке крутит нереальное с похмелья. Жигулевск и семки придают все силы. Такое сделать парню с улиц просто непосильно. Дворовый гопник на районе, уважаем всеми. Турникмены дома в шоке, сидят на измене. Не понимают, что творится, как это возможно. Такие элементы выполнять в натуре сложно. Все нипочем. Ему и море по колено. Слышь, ты о чем? А гопники, которые слева, пойдем скорее. Он делает там новый трюк. Ох, вот и видел, он крутится вообще без рук.